когда он придет? С минуты на минуту. И чего он хочет? Не знаю. Что значит, ты не знаешь? Ну, вот так вот. Он просто сказал, что ему нужно с нами серьезно поговорить. И все. Не хочу я видеть твоего Диму. Мамуль, ну опять? Опять и 100 000 раз опять. Никчемный он какой-то. Не знает, что хочет, не знает, что будет. Какая-то маленькая ходячая глупость. Мам! Ну что, мам, что, мам? Не будет он мне нравиться. Хочешь ты этого или не хочешь? Не будет и все тут. Суетливый он какой-то. Жалко, что у вас с Ваней ничего не получилось. Очень жалко. Спасибо. Я только одного никак понять не могу. Из-за чего вы подрались с Чижом? Из-за тебя, Алиса. Вы из-за меня? Ага. Почему? Все считают, что я ходячий кошелек, да? Что я все могу купить. Особенно в этой обычной школе, где обычные дети, обычных родителей. Никто не смотрит на меня, как на простого Ивана Полиса. А ты другая, Алиса. Понимаешь? Тебе наплевать на мою кредитную карточку. Тебе наплевать вообще, есть она или ее нет. Ты смотришь на человека, Лиса, а не на кредитку. Пошли со мной на свидание, Лиса. У меня вариантов немного, конечно. Мерседес, кино, театр. О, смотри, какое чудо, а? Забавное. Пойдем. Подожди. Слушай, чудо, а? А пойдем с нами. Прокатишься на американских горках. Я плачу. У меня сегодня классное настроение. Пойдешь, а? Да пошел ты, Полисов. Смотри-ка, а? Еще и ругается. Вань, пойдем. Ты словно искусственное дыхание мне сделал. Ну, я пойду. Домашнее задание и все такое. Лиз! Что? Подожди. Подожди, ты что делаешь? Искусственное дыхание. Ты уже сделал. Спасибо. До завтра. До завтра. Глухих у нас нет, и не надо было столько звонить. Извините, Ольга Николаевна, нервы. Ну, так лечиться надо. Я лечусь, в меру скромных возможностей. Это вам. Конечно, спасибо. А, не за что, вы же мне теперь как вторая мама, Ольга Николаевна. Да, уж. Ну, проходите, раз пошли. Да. Привет, дорогая. Привет. Ну что, садимся? Так, может, я пойду, вы тут и вдвоем без меня разберетесь. Нет, нет. Ольга Николаевна, я прошу вас остаться. Садитесь. Хорошо. Давай. Ага, пожалуйста. Ты сам садись. Нет,
Я уж сначала скажу, зачем пришел. А там посидим, поедим. Скажите, Дима, скажите, а то мы тут все в нетерпении. Да-да-да. Я решил не откладывать в долгий ящик. Что именно? Мам, не перебивай, пожалуйста. Ну, может, мне вообще выйти? Нет, Ольга Николаевна, не надо выходить. Я прошу вас, останьтесь. И вообще, я надеюсь, что теперь у нас наладятся с вами отношения. Это я сильно сомневаюсь. Мам, ну пусть он скажет. Что ты хотел? Я хотел, Лиза. Я хотел, чтобы ты вышла за меня замуж. Это очень мило. Извините. Что вы хотели? Чтобы она вот так вот согласилась, да? Ну, по лесу уже она отказала. Это ты? О, свет выключили. Может, и к лучшему. Ты представляешь, я сегодня помогла одной старушке перейти через дорогу. Она мне в благодарность стала руки огадать. А я ей не поверила. А тут вдруг мы с тобой оказываемся одни в этом зале, заперты, да еще свет выключили. У тебя когда-нибудь такое было? У меня нет. Послушай, я хочу сделать одну вещь. Ты не обидишься? Что это ты? Ты не спрашивала? Ух ты! Как же это мерзко с твоей стороны! Ты чего, Лизок? Я спал! Я спал во сне. Мы с тобой целовались, я был вне себя от счастья, а потом бам! Бам, за что? Извини, я перепутала. Господи, дура, в сказку поверила. Да, Димочка. Алло, Лиза? Привет, слушай, прости меня, пожалуйста, я задерживаюсь немножечко. Жалко. А когда ты будешь? Часик. Буду тебя ждать. Да-да, всего на часик и... Алло, Лизка, привет, это Алена Соболевская. Алена? Мы тут погуляем, а ты посиди дома, хорошо? Ты... Давай, все. Пока. Ты чего несешь, Соболевская, а? Какая разница? Дай мне телефон, я... Лиз, все нормально?
настоящим. Внимание, дорогие друзья! А теперь в этот замечательный вечер специально для девушки Лизы, а также для всех здесь присутствующих, прозвучит этот замечательный медленный танец. Господа, приглашайте дам. Лиза! Чиж! Потанцуем, может быть? А ты уверен, что ты хочешь танцевать с дрянью? Ты не дрянь, а я дурак. Танцуешь? Нет. Чиж! Пойдем, Лиз. Нам пора уходить. Чиж. Ничего, откажешь. А что ты раскомандовался? Быстрее, Ольга Николаевна. Да. Что случилось, Лиза? Ты хочешь сказать, что Чиж воспользовался ситуацией? Нет, не так. У вас что-то было, и теперь он строит из себя чуть ли не твоего мужа, да? Да, как-то так. Иван, я не знаю, что на него нашло. Глупый и тупой розыгрыш. Ты куда? К Чижу. Зачем? Поговорить. Нет, не надо. Что не надо, Лиз? Не надо. Я не видел тебя 3 месяца, 2 недели и 3 дня, Лиз. Я соскучился по тебе до смерти. Ты мне написала, что с Чижом вы расстались. Я отчасти чуть ли на статую адмирала Нельсона не запрыгнул. Приезжаю сюда, накопил денег. А здесь розыгрыши? Ты что приперся? Бить меня? Ну давай, бей. Только не по роже больше. Давай, давай, бей, что ты? Вы посмотрите на себя! Извини, Лизочка, погорячились. Мы уберемся. Не надо ничего убирать. Валите вон отсюда, оба. Не хочу никого видеть. Оглохну, англичанин. Давай, вперед, катись. Тебя тоже касается, муженек, давай. Лиз. Пошел вон.
Я все продумал, Ольга Николаевна. Смотрите, там потрясающий колледж. С ректором я уже договорился, никаких препятствий. Оформление паспорта, ну, это 2 дня. Виза плюс бумажки в колледж, это месяц. Поэтому я думаю, что сразу после окончания школьных экзаменов Лиза может переехать в Англию. Вы что? Это Ванина идея, и я... Спокойно. Это потрясающий колледж, Ольга Николаевна. Вы не понимаете, там архитектура – это отдельный предмет. После окончания этого колледжа можно хоть в Кембридж, хоть в Оксфорд. В Оксфорд? Да, Ольга Николаевна, в Оксфорд. Там читают лекции архитекторы с мировым именем. Такого у нас здесь никогда не будет. Иван, Лиза, ну, это столько денег нужно. За проживание, обучение. Мы, наверное, не можем себе такое позволить. Вань. Не беспокойтесь, Ольга Николаевна. Я все подрасчитал. У меня есть деньги. Я думаю, нам на первое время хватит. Нам? Да, поговорим. Я хочу, чтобы Лиза поехала с нами в Лондон. Очень хорошо. Что, Лиза? Не знаю. Все зависит от вас. Это верно. Мы с Лизой хотим пожениться. Вот это уже серьезно. Скажите, Лиза, а как вы планируете свою жизнь, если вдруг вы с Ваней, извините за столь неприятное предположение, разойдетесь? Ну что за грустные мысли? Не, ну мы же должны смотреть вперед. Я не знаю. Домой поеду. Без претензий? Каких претензий? Ну, финансовых. О. Сережа. Ребята, мне нравится ваша авантюра, а? Глотнете пороха в чужой стране, без жилья, без денег, молодые, счастливые, а? В каком смысле? В прямом. Если ты женишься на Лизе, я тебе не дам ни копейки. Сережа. У меня есть свои деньги. А лечиться ты будешь? На какие средства? А, Вань? Вы знаете, вы правы. Это не стоит таких жертв, тем более Ваниного здоровья. Спасибо большое, все было очень вкусно. Я, пожалуй, пойду. Всего доброго. До свидания. До свидания. Лиза, Лиз, ты там как? Все в порядке, я задумалась просто. О чем? Так, ерунда. Лиза! Лизонька, что ты там делаешь? Ничего, просто умывалась, мам. Дим, оставьте нас, пожалуйста. Да, конечно. Угу. Лизонька, я... Доченька, я хотела тебе сказать... Что? Что если ты не хочешь за него выходить, не надо. Ты слышишь? Слышу, мам. Ну, все это совершенно не обязательно. Я поняла. Так мне его отправить домой? Мам, ни в коем случае не надо отправлять. Я сейчас выйду и сама все скажу. Когда? Сейчас, мам, 2 секунды. Лиз, ну... Поставь его рядом с Ваней. Мам! Ну да, да. Хорошо.
Лиза никуда не летит, потому что я ее не отпускаю. Ты понял? Ты слышишь меня, Полисов? Да мне плевать, слышишь ты меня или нет. Я еще в аэропорт должна успеть. Лиз, ты же обещала. Дим, я хотела попрощаться. Пока. Вань, я хотела бы объясниться, чтобы не было каких-то там недопониманий. Не обязательно. Здесь налево. Тебе что, все равно? Ты у меня какой-то идеальный получаешься. Здесь тоже налево, пожалуйста. Ну зачем я тебе такая нужна? Вань, ты же прекрасно знаешь, что я не люблю тебя. Пойдем. Лиз, пойдем. Лиза, что происходит? Я не знаю. Что ты не знаешь? Я не знаю, хочу я или нет. Лиз, я так больше не могу. Моя идеальность скоро улетучится. Я столько сделал, чтобы ты поехал со мной. Вань, я знаю. Давай так. Либо ты едешь, либо ты остаешься. Решай. Знаете, Дима? Что? Ваше появление всегда не к добру. Ну, я постараюсь исправиться. Думаю, не получится. Я согласна выйти за тебя замуж.